друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик», и сегодня мы с вами будем готовить просто невероятную курочку. Этот рецепт я выкладывала много лет назад в своем блоге в Запретограмме, и мне до сих пор прилетают хорошие отзывы, потому что рецепт просто невероятный, он очень вкусный и простой. Мы будем готовить очень вкусную куриную грудку, которую можно использовать для бутербродов, для нарезки или для салата. В миске смешиваем все специи, соль и перец и очень хорошо натираем наше куриное филе со всех сторон. Кстати, есть мнение, что куриное филе, точнее полуфабрикаты, которые мы приносим из магазина, пленки в вакуумной упаковке, их можно не мыть перед приготовлением, потому что они уже чистые. А вот то, что мы приносим с рынка, нужно обязательно помыть. Здесь, наверное, нет правильного мнения. Я, если честно, магазины мою редко. Намазали специями и оставляем курочку промариноваться на 15-30 минут при комнатной температуре. Если вы хотите оставить подольше, это можно сделать, будет даже еще лучше, но тогда обязательно убираем курицу в холодильник. Когда курочка промариновалась, мы берем хорошую такую толстую сковородку, разогреваем на ней растительное масло, оно должно быть прям горячее, и обжариваем куриное филе с двух сторон. Смотрите, жарить нужно до корочки, то есть огонь у нас максимально сильный стоит. Мы масло наливаем достаточно много, жарим курицу 2-3-4 минуты до того момента, пока не появится красивая золотистая корочка. Потом переворачиваем, часто переворачивать не нужно, и жарим то же самое с другой стороны. Обжарили. Теперь мы убавляем огонь на самый маленький, можно даже переставить сковородку на другую конфорку, на минимальную. Накрываем сковородку крышкой и жарим еще примерно 2-3 минуты. Потом огонь совсем выключаем, но ни в коем случае не открываем крышку. Оставляем курицу в сковородке, в теплой, полежать примерно 40 минут. Достаем, заворачиваем каждый кусочек курочки очень плотно в фольгу и убираем в холодильник. В холодильнике курочка у нас должна полежать ну хотя бы 2 часа, лучше если вы оставите на ночь. После этого она будет легко нарезаться на ровные красивые кусочки. У нас получается просто шикарная курица, которая подойдет и для бутербродов, на завтрак ее классно подавать, добавлять в салаты и можно даже использовать в каких-то праздничных мясных нарезках. Обязательно приготовьте куриное филе по этому рецепту, он у вас станет любимым, я вам точно говорю.